Наверное, истинные футбольные болельщики долго еще будут переживать провальное выступление нашей сборной на чемпионате Европы. Или, как принято сегодня говорить, Евро-2020. И, конечно, не раз и не два коснется этой печальной темы острое перо влюбленных в футбол наших поэтов-публицистов. Член Союза писателей, поэт Валерий Калинкин – один из таких. Послушайте его, не лишенный иронии, поэтический отклик. Валерий Калинкин, размышление над рекордом Артема Дзюбы, читает заслуженный артист России Валерий Семин. Футбольные люди говорят, лучше проиграть один раз 0-3, чем три раза по 0-1. Похоже, бесславно выступившие на Евро-2020 наши футболисты услышали только первую часть популярной сентенции. Но кто-то, видимо, посчитал, что проигравших бельгийцам и датчанам с разницей в 3 мяча утешит вот эта телестатистика. В ходе Евро-2020 нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба чаще всех выигрывал верховые единоборства. В среднем на 5 раз больше наш форвард прыгнул выше футболистов всех других стран-участниц чемпионата. Из отечественных телесводок. Опять домой, до истечения срока. Опять бледно, и снова неуспех. Но ни к чему душевная морока. 5 раз Артем наш прыгнул выше всех. «Ура!» — воскликнул даже Чукча в чуме. «В игру влюбились теща и свекровь. Мы знаем, чем грешил высотник Брумель. Узнал бы новость, приложился вновь. Бухнул бы вновь, подлечивая нервы, кляня себя и весь державный спорт. Но почему не в сборной я на Евро, а в одиночку делаю рекорд? Тиранит сердце, горькая истома, хотя пассаж отнюдь совсем не нов. Но почему без помощи «Газпрома» 16 сборных празднуют плей-офф? Туман, туман! И нам спросить не лишнее, когда же будет все-таки светло? Вы хороши, подскоки и подпрыжки, коль в нашу пользу цифры на табло. Оно б, конечно, не было печали, и мы бы всех несли без лишних слов. Но кто же знал, бельгийцы и датчане играют лучше, нежели Тамбов. Таков итог, такая вот наука. В пассиве 7, в активе только 2. Вам как оно? Вам как, товарищ Дюков, футбольного хозяйства голова? Который раз даем на Евро дуба? Не мы, они идут с мячом на «вы». Смириться нам. Что есть, товарищ Дзюба, готовый прыгнуть выше головы? Я не хочу подсчитывать зарплаты. Не до того в круговороте дней. Но, полагаю, все-таки за плату играть бы надо много поумней. Согласен я, работа стоит денег, но соразмерно денежки – успех. Вот был Воронин, Нетто, понедельник. Вот кто в Европе прыгнул выше всех. Друзья мои, футбольные ребята, я вам не враг, а с давних пор фанат. И так хочу, чтобы ныне, как когда-то, мы всем иным по 3 штук подряд. Я не хочу моральные убытки, кому-то вновь засчитывать в вину. Но лучше быть все ж не частично прытким, играя за великую страну. В лютой жаре я, голый на морозе, мне снова Евро по душе озноб. Но я люблю вас вместе и порозни, и потому примите правду в лоб. Хочу однажды светлою порою от телесводки прыгнуть в потолок. Мы лучше всех играем головою и плюс еще талантом умных ног. Валерий Калинкин,
июнь 2021 года.